Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. У меня одна и та же ситуация повторяется во второй раз. Встречаюсь с парнем 2 года, всего кроме мелких разногласий, не глобально. Со временем переключилась на друга своего парня. Причем до фанатизма мне интересно прям завязать эти отношения. Возможно, кто-то сталкивался с подобным. Ну, смотрите, что здесь нужно сказать? В первую очередь то, что, на мой взгляд, вопрос не совсем корректно поставлен. Вот. То есть, ну, что значит кто-то сталкивался с подобным. Вот. То есть, в этом смысле здесь, ну, как бы не... не форум такой вот, в прямом смысле этого слова. А здесь скорее больше история про задавание вопросов, вот. А здесь история больше про то, чтобы как-то вот, разобраться, да, вот, в своей проблеме, которая у вас есть, вот, и, соответственно, абсолютно все, вот, абсолютно все психологи, так или иначе, в той или иной степени сталкивались с подобным. Вот. Поэтому все абсолютно могут вам помочь. Другой вопрос заключается в том, вот хотите ли вы хотите ли вы разобраться с тем, что, например, что вас беспокоит, да? Вот. То есть, хотите ли вы разобраться с этим? Можете ли вы как-то вот себе, позволить разобраться с тем, о чем вот идет речь, в данном случае. То есть, как бы, это такой очень важный, как мне кажется, момент. Что здесь хочется сказать? Во-первых, хочется заметить, что вы игнорируете то, что с вами происходит. Вот. То есть я бы это вот как-то в первую очередь бы на это обратил внимание. Вот на то, что вы игнорируете. То есть с вами явно что-то происходит. Явно у вас есть какая-то проблематика. Вот, потому что и в отношениях у вас какие-то, разногласия. Вот. И вам хочется с другим парнем встречаться. И хотите вы завязать отношения? То есть, для начала, наверное, было бы неплохо увидеть следующее.
Собственно говоря, как вы реагируете на то, что у вас разногласия? Ну вот, со своим мужчиной. Вот. Это первое. Первое, это то, как вы реагируете на, ну, конфликты какие-то. А с своим партнером. Вот. Не знаю, замечаете вы или нет, но вы вот в той или иной степени, да, игнорируя вот конфликт, да, со своим партнером, вот, вы в той или иной степени игнорируете свои чувства к нему. Вот. То есть это не обязательно прям такие какие-то ну, хорошие, да, вот какие-то такие вот ну, позитивные, не обязательно хорошие, не обязательно позитивные чувства. Вот. Но вы игнорируете. Игнорируете их. Вот. И я бы сказал, что это прям такая вот, знаете, серьезная проблема, на самом деле. Вот. То, что вы игнорируете этот момент. Ну, то, что вы игнорируете это. А почему? Почему это проблема, да? Потому что, не замечая своих переживаний, вы не очень хорошо понимаете, что с вами происходит. Не очень хорошо. Не очень хорошо вы, получается, отдаете в таком случае себе отчет в том, собственно говоря, чего вы хотите. Вот. И это, как мне кажется, первая проблема. Вторая проблема. Вам в какой-то степени ваш партнер, да, становится неинтересен. Вот. То есть, ну вот, как бы, вам ваш партнер становится неинтересен, вот, но появляется интерес к чему-то другому. Понимаете, да? Штука. Что здесь нужно сделать, собственно? Здесь нужно увидеть, что вообще происходит. То есть, интерес к чему появляется у вас. Да. То есть, ну вот, какой интерес, да, что он из себя представляет, этот интерес.
То есть вот на это нужно обратить внимание. Это важно. Это важно. Это очень такой серьезный важный момент. Дальше. Идем. А в этом интересе вы чего-то хотите. В этом интересе вам, ну, что-то нужно. А что нужно? Тоже такой вопрос. Ну, вопрос серьезный. Что вам нужно? Вот, чего вы хотите, да, и так далее. Тут тоже такой аспект, на который желательно обратить ваше внимание. Вот, чего я вообще хочу. Да? Что мне важно, что мне нужно, вот, когда я, ну, как-то пытаюсь, значит, ну, добиться. Там, грубо говоря, человека, да, грубо говоря, парня и так далее. Вот. Чего я хочу? Чего мне нужно? Вот. Ты для себя это как-то увидеть, как-то понять. Да? Вот. А следующий аспект, на который вот хотел обратить ваше внимание, это то, как вы относитесь, по сути, да, как вы относитесь к тому, что происходит. То есть, ну, хотите ли вы это изменить, например, да? Вот, хотите ли вы это поменять, например? Тоже такой очень важный момент, потому что если вы хотите это изменить, то почему? Почему вы хотите это изменить? Вот. Что вас, ну, как-то мотивирует на то, чтобы это изменить. Вот. Это такой аспект, ну, довольно важный. Довольно важный. Момент. Тут, вот, ну, в этом заключается. И дальше уже как-то смотреть. Вот. Может быть, у вас есть страх, ну, близости, страх сближения, вот. А может быть, что-то еще, вот. Например, вы выбираете, значит, человека, вот, партнера, а, ну, не в смысле вот того, что вам это нравится. Например. Выбирайте там, исходя из, вот, какого-то другого, ну, расчета, да? Вот. Какой-то другой расчет. Здесь. Вопрос только в том, какой. То есть, ну вот. Какую цель вы преследуете, да? Как вы выбираете мужчин, например. Опять же, очень, очень важно здесь увидеть. Вот. Нужно разбираться, и дальше можно будет вам дать ответ.
Вот, но в целом это похоже на то, что этот вот уровень того, когда вы, значит, находитесь в конфликте с, ну, вот, с человеком, да, когда вы находитесь в конфликте с партнером, когда вы сталкиваетесь там, ну, условно говоря, с разногласиями, вот. Есть ощущение, что в этот момент вы, ну, значит, накапливаете, да, то есть вы копите недовольство, вот вам, может быть, это не критично, но вот идет какое-то накопление. И по итогу вот вам просто, ну, вам просто надоедает. И вы переключаетесь на кого-то другого. Вот. То есть, ну, вас может тревожить просто эти разногласия, которые есть. А вот, кстати говоря, эти разногласия, они, ну, более чем адекватны. Вообще. То есть, ну, вот ваша реакция, да, на разногласия, это нормально. Абсолютно вообще нормально. Вот. Другой вопрос, опять же, заключается в том, да, вот, чего я с этим делать хочу. Ну, как я хочу вот, вообще вот с этим, ну, обратиться, условно говоря. Вот. И хочу ли я вообще с этим как-то, ну, обращаться, например. Это очень, на мой взгляд, важный момент. Вот. Как-то так. Как-то так. Я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. Вот, мне остается надеяться на вашу обратную связь. Вот. Остается надеяться на то, что, ну, на то, что вы дадите эту обратную связь. Вот, вот. И, собственно, уже можно будет вам на основании этой обратной связи, да, помогать. Вот. Потому что я бы не сказал, что помочь вам сложно, а вот, но нужно все равно, ну, разбираться. Нужно все равно разбираться, но все равно пообщаться, но все равно какие-то вот какие-то вещи выяснить, ну, очень желательно. Вот, чтобы как-то вот, ну, адекватно вам помочь. Как-то так. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вам это было полезно. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Вот. Желаю вам
Всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью, вам она пригодится.